Единорос Никита Румянцев, победивший в предварительном голосовании и выдвинутый на предстоящие выборы партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу номер 18, отправился в Ивнянский район, чтобы встретиться и пообщаться с избирателями. Один из пунктов маршрута – тот самый храм Покрова Пресвятой Богородицы в Покровке, о котором мы сегодня рассказывали. Там будущий кандидат в депутаты встретился с настоятелем церкви игуменом Симеоном и расспросил, чем сегодня живет место с такой удивительной историей. По его словам, остался под впечатлением после беседы со священнослужителем. Здоровье духовное и здоровье физическое – это вещи, ну, никак друг от друга неотделимы. Давно хотел сюда приехать, очень много об этом месте слышал. И замечательный храм, и, опять же, очень непростая история его восстановления. Настоятель замечательный, батюшка очень душевный, теплый человек. От него исходит какая-то вот особая энергетика. С ним вот общались, и даже не хочется беседу эту прекращать. Хочется разговаривать и разговаривать.